Самый старый израильский дзюдоист Ариэль Зиэви готовится к Олимпиаде в Лондоне. Хотя ему уже 35, его по-прежнему считают сильнейшим представителем этого вида спорта в стране. Для Зиэви это будет 5-я и последняя Олимпиада. В 2004-м в Афинах он завоевал бронзу. В этот раз он тоже надеется на призовое место. Я 7-й в мире, то есть передо мной 6 человек, у которых больше шансов завоевать медаль в Лондоне. Но вы знаете, перед Афинами я был одним из лучших кандидатов на медаль. И в то время это было большим давлением. В этот раз у меня больше опыта, поэтому справиться с давлением будет легче. В 2005 году спортсмен получил травму плеча и перенес операцию. А после Олимпиады в Пекине в 2008, где Зиэви не занял призовых мест, его и вовсе собрались списывать со счетов. Однако неожиданная золотая медаль на европейском чемпионате в Челябинске вновь сделала его надежды Израиля на победу. Я никогда не верну былой формы на 100%. После операции на плече пути назад нет, даже локоть уже не тот. Но теперь моя техника не построена на правой руке. Мне пришлось найти способ, чтобы скрыть свой изъян. Он один из самых старых игроков мира. Это будут его 5-е Олимпийские игры. Он очень опытный. Его карьера состоит как из взлетов, так и из падений. С таким опытом каждый последующий бой он проводит еще лучше. Зиэви достиг 5-го дана и обладает черным поясом дзюдо. Он соревнуется в весовой категории до 100 килограммов. В 2005 году он стал 50-м в списке 200 самых великих людей Израиля по версии популярного в стране новостного веб-сайта YNET.